Привет всем! Вот я и добрался до нового обзора по масштабным моделькам. Сегодня хочу вам показать вот такой вот подарочный набор моделей Porsche от фирмы Mini Champs. History Collection Off-Road называется. Вот так вот он выглядит в коробочке. 4 модели внутри. Сейчас мы их и посмотрим. Вот они, наши модели. 4 прикольных Поршика. Можно заметить, что одна модель немного выпадает из серии, поскольку все 3 остальных это раллийные авто. Но что вложили, то вложили. Что мы имеем? Мы имеем 959 Porsche группы B 86 года, который участвовал в ралли Париж-Дакар. Потом мы имеем 911, который участвовал в 78 году в ралли Сафари Африка, East Africa Safari. Следующий это 911 Т2 68 года, ралли Монте-Карло, и обычный заводской Cayenne Turbo 2002 года. Посмотрим каждый подробнее. Начнем с Cayenne Turbo 2002 года. У меня тут немного пострадал боксик при пересылке, трещинку получил, но главное, с моделями все нормально. Значит, что идет в набор? Идет сама модель, естественно, и с каждой модели идет вот такой вот маленькая брошюрка, блокнотик. Они одинаковые все 4, и в одном блокноте про все модели. Такой мини картинки, когда участвовали и тому подобное. Значит, вот сама модель. Ну, Mini Champs довольно неплохая конторка, делают качественно. Придирок особых нет. Мне лично нравится, качество устраивает. Ну, конкретно в этом Поршике ничего примечательного нет, довольно распространенная модель. Я знаю, ее часто продают и отдельно по довольно небольшой цене. Говорить особо нечего, можете просто посмотреть. Все шильдики, все прибамбасы, все на месте. Следующая модель. Вот такой вот симпатюльный раллийный Porsche 68 года. 911 T2.0. Здесь, конечно, все гораздо интересней. Больше мелких деталей. Шильдики дополнительные. Здесь гораздо все интереснее, больше дополнительных деталей, больше мелких деталей, очень и очень приятненький автомобиль, мне очень нравится. Классные диски, люблю имитацию вот этих старых железных дисков, не так как новые, где просто пластик. А вот здесь вот они похожи на железные. Эта имитация мне нравится. На резине видим логотип Dunlop. Здесь вот на мордашке видим
логотип Ралли Монте-Карло. Дополнительный свет, номерной знак. Видим решетку радиатора. Логотип Porsche. С днищем тоже все в порядке. Сейчас попытаемся заглянуть в салон. Вот здесь приборная панель видно. Минчамс — это уже не какая-нибудь журналка обычная, в ней все более детализировано, все сделано подороже, поаутентичнее. Лично я доволен. На мой взгляд, модельки приятные. Вот он, следующий автомобильчик. Специально показываю их в порядке возрастания, скажем так, по рейтингу моему личному. Вот здесь вот очень круто то, что присутствуют логотипы Rothmans, реклама сигарет. Сейчас это довольно большая редкость, поскольку рекламу сигарет запретили везде, то, соответственно, и на моделях мы тоже ее можем увидеть не часто, но поскольку это дилерская версия моделей и уже довольно старенькая, то здесь это все еще на месте. Многим людям сейчас приходится эти декали покупать отдельно. Отдельно самому дорабатывать и клеить. Но здесь все официально на месте. Я очень сильно люблю раллийные автомобили группы Б тех времен. Очень такая знаковая эпоха в ралли. Эти автомобили просуществовали недолго. В 86-м году их запретили, перешли на более слабенькие машинки. Эти были, конечно, просто звери. Там произошел ряд несчастных случаев, погибли люди, и, как говорится, контору прикрыли. Эпоха мощнейших раллийных автомобилей закончилась в то время. Вот один из представителей, участвовавший в ралли Париж-Дакар. Тут немного сложновато добраться и увидеть кокпит. Однако, можете не сомневаться, там все тоже в порядке. Есть все детальки. Вот такой вот симпатичный монстр группы Б. А вот и последний герой нашего сегодняшнего шоу. Porsche 911 Rally Safari 78 года. Сейчас Rally Safari тоже не существует, что тоже придает своего шарма этой модели. На мой взгляд, отличнейшая модель, классная детализация и изначально-то, в общем, классный автомобиль, плюс еще вот все эти кенгурятники, дополнительный свет, раскрас. Мне очень нравится. По-моему, здоровский автомобиль. И отличная модель, что немаловажно. Та же самая ситуация с декалями. Здесь мы видим логотипы Мартини. Здесь видим имена пилотов, спонсоров, логотипы спонсоров. Вот здесь вот очень классный момент по детализации. Очень миленькие, клевые детали. Там вон сзади
видно за стеклом маленькую аптечку. Ремни безопасности, дополнительный каркас безопасности и все дела. Все как положено. Сзади днище тоже видно. Все классно. Не хочу снимать с подставки, не люблю. Считаю такие вещи на подставке. Хотя кому как, на любителя. Но на подставке как-то это все смотрится более коллекционно, что ли. Попробуем посмотреть, что внутри. Вот приборная панель. Все здорово. Все сделано очень даже здорово. Модель, на мой взгляд, бомба. Ну и конкретно вот эта машинка из набора мне нравится больше всех. Хотя, опять-таки, кому как. Брал я этот набор изначально из-за этой модели, поскольку очень фанател машинами группы B. Но когда получил, то по ощущениям больше кайфанул от именно этой версии Porsche. Вот это, наверное, и все, что я хотел вам сегодня показать. Надеюсь, вам понравилось. Заходите еще. Кто не подписался, подписывайтесь. Естественно, смотрите внизу ссылочки. Там ссылка на мой аукцион. Я там иногда добавляю новые модели на продажу. Фигурки, модели и тому подобное. Может быть, найдет для себя что-нибудь интересное. Всем большое спасибо. До новых встреч.